Готовки конкретные. Бо, ну, блядь, типа топтать плац нахуй. Я твой плац топтал. Тупо, коли подготовка до парада, ти тупо все літо пиздуєш, як долбойоб на плацу. Щоб комбат сказав після «Привстає, поня, привстає». Дуже болить, хоча й ненароком, і ти ростеш, старієш, вмираєш. І то є так, ти так знаєш, боїшся її, і від мене тікаєш. Стіна своїх, як надо сина. Спи собі сам, для тебе мене нема. Спи собі сам.우크라이나 북동부 하르키우에 러시아의 폭격이 쏟아졌습니다. 우크라이나 국방부 대변인은 러시아가 이 도시의 주택가를 목표로 삼았다고 발표했는데요. 실제로 취재팀이 공격의 여파를 촬영하려고 할 때 몸을 숨겨야 할 만큼 폭격은 계속됐습니다. 소방관들이 도움을 필요로 하는 사람이 없는지 찾아 나섰습니다. 거센 불길을 잡고 건물 안에 도움이 필요로 하는 사람이 없는지 추색에 나섭니다. 구조가 필요한 사람이 있을지 모를 집 앞에서 현관문을 뜯어내기 위해 애를 쓰는데요. 집 안에서 발견된 부상자. 간단한 응급처치 후에 아래층으로 옮겨 기다리고 있는 구급차에 태웠습니다. 러시아군은 지난 하루 동안 이 지역에 50여 발의 폭격과 미사일 공격을 퍼부었습니다. Вчера ещё обстреляли возле метро Аллею очень сильно. Там возле метро дом очень сильно пострадал. Так что не дают нам спокоя. Бьют и на праздники бьют. Как-то так. Как думаете, почему?
Что я могу думать? Ну как, почему? Война, потому что обстреливают. Ну война, не знаю. Война, когда военные воюют. Почему, почему по мирному кварталу нет? Честно, не знаю, ребята. Я уже затрудняюсь, честно сказать. Вот это, наверное, вот олицетворение русского мира. Ну, другого у меня больше ничего нет. Мы простые рядовые граждане, которые работают, ходим на работу, приходили с работы. Обычная мирская жизнь. Мы этого не ждали. Ну, вот пришло. Ждем, когда с Божьей помощью, может быть, или благодаря нашим войскам наступит все-таки конец вот этому всему блядству. Извините, можете запикать. Пойдемте, потому что обстрел. 러시아는 자국군인이 민간인을 목표로 한다는 것을 부인하고 있지만 모든 폭격의 피해는 시민들이 고스란히 떠안고 있습니다. 폭격이 잦아들자 지하실과 다른 임시 대피소에 숨어있던 주민들도 하나둘 모습을 드러냈는데요. ужасная жизнь. Надо ехать, а куда? Животные держат. Все время надеялась. Вот надежда, вот, наверное, умирает последняя. Сегодня, наверное, она умрет окончательно. Надеемся на помощь друзей. Да какие друзей, ладно, что вы? Какую помощь? Какая? Как, на ну, чью вы помощь? Я не профессию друзей. А что они сделали? Ракеты вот такие же. Такие же ракеты, такое же оружие. Я думаю, что у нас они тоже есть. Ну, наверное, мало раз не мучаемся. Уже два месяца мучения. Это вот так. Еще день и с ума сойдет. 자신들이 왜 이런 일을 당해야 하는지도 모른 채 하루하루 죽음의 공포에 시달리는 시민들. 언제까지 이 처참한 지옥 같은 현실을 이어가야 하는지 그 끝이 보이진 않지만 그들은 평화로운 예전의 우크라이나를 그리며 그렇게 하루를 견뎌냅니다. 어째 я перепугалась до смерти, як шарахнув. Давно. 쉴 틈 없이 이어지는 소방관들의 화재 진압과 구조 작업. 그러나 시민들의 희생은 피할 길이 없습니다. 이들의 희생은 무엇을 그리고 누구를 위한 걸까요? Это все, что мне осталось от него. Это детки и память. Который никогда не стерется. 우크라이나 키이우 동북부 니진에 사는 빅토리아 나사렌코 씨. 그녀는 남편이 전사한 후 쌍둥이 아들을 낳았습니다. Все так несправедливо. Так несправедливо. Так не должно было быть. Не должно было быть. Лучше сделал плохого, что даже деток своих не увидел, не подержал их на руках. And can you remember your last conversation with your husband? Мы с ним никогда так долго не разговаривали, но во время войны никогда. Он еще в последние секунды что-то хотел сказать по телефону, а связь была настолько плохая, но я ему тут же перезваниваю, но связи уже не было. 러시아군의 총탄에 숨진 남편 보그단 나사렌코 씨. 빅토리아 씨는 그때 진통을 시작했고 다음 날 쌍둥이를 출산했습니다. Вот, когда мы узнали, что я беременна, это было счастье просто неимоверное. Мы просто не летали, мы не ходили, мы летали, мы порхали. А когда мы узнали, что у нас двойня, это было двойное счастье. Каждый день разговаривал с ними. Говорю, да они же еще пока ничего не слышат. Животом сядет, разговаривает. В телефоне есть там такой календарь беременный. Каждый понедельник мы все это зачитывали. Как детки формируются, что они слышат. Как глазки, как ушки открываются. Ну, он очень ожидал детей. 남편과 8년을 애타게 기다려 만나게 된 쌍둥이들. 하지만 남편은 더 이상 곁에 없습니다. дети меня как-то не напоминают о том, что мама, надо дожить дальше. Мама, мы должны жить. И мама, мы сможем жить только если ты
сможешь нам дать, оказать нам внимание. Поэтому, да, детки, это моя сила. Моя сила. А я у них опора. А у меня опоры уже нету. Потому что Богдан был для меня и опорой, и бронежилетом, и всем. Сангдунг의 아이들만이 이제 그녀를 지켜줄 희망입니다. 우크라이나 남동부의 자포리자. 방탄조끼를 착용하는 이 남자. 혹시 군인일까요? 하지만 탱크가 아닌 트랙터에 몸을 싣는 그는 농부입니다. 방탄모까지 쓰고 일터로 향하는데요. 전쟁이 시작된 후 새롭게 바뀐 우크라이나 농부들의 최신 패션인가 본데요. 사실 그럴 수밖에 없는 이유가 있습니다. 이들이 일하는 곳은 격전지 돈바스와 200km 정도 떨어진 거리라 수시로 러시아군의 공격이 이어진다고 합니다. 그럼에도 일을 멈출 수 없는 이유는 이들이 농장에 고용된 계약직 농부들이기 때문입니다. 그러니까 как на поля начал пролетать здесь через неделю, наверное, война началась. И начал бронежилет одевать, каски для безопасности. 일을 하면서도 불안에 떨 수밖에 없는 농부들. 밭 한가운데서 따로 몸을 피할 곳이 없어 더더욱 불안할 것 같습니다. Если обстрелы сразу слажемся, уезжаем на фирму. З радіо були, прилітали, торчали труби такі, що їх тоді витягували тракторами, ракети були, витягували і ці. Ну це, слава Богу, що нас на полях не було. Це, ну, в основному ночі обстріли, все йде таке, що. І тоді їздять, перевіряють поля, визивають піротехніків, трактором повитягують, якщо безпечно. Якщо ні, то там вже тоді на міри, на місці міри приймають. Так, так і воюємо ми. 이런 상황이니 믿을 건 방탄조끼뿐이네요. що, цілий день у цьому бронежилеті, що? Ще не звикли. Та, не звик в армії носи. 하지만 갑작스런 공격엔 죽음의 공포를 느끼기도 한다고 하는데요. 아, як? Страшно, конечно, було. Прилетіло до сусідів, розбило там, паркани повилітали, забори, все. Ну, не знаю. Це словами не передати. 이들이 방탄조끼와 방탄모 없이 마음 편히 농사 지을 수 있는 그날이 찾아오길 바라봅니다.